Сегодня покажу вам видеообзорчик вот этой вот сумочки. Очень долго за ней гонялась, если честно, потому что очень популярен в этом сезоне леопардовый принт. Но сумочки есть маленькие либо большие, а среднего варианта не было. Это кроссбоди. Смотрите, сверху у нее вот здесь вот натуральный ворс с принтом леопарда. Фурнитура золотистого цвета. Здесь вот сбоку есть вот такой вот брелочек. Он съемный, на цепочке идет, все металлическая полностью фурнитура. Смотрите, как всегда Майкл Корс делает вот такую вот гравировку на всех элементах. Вот здесь вот карабинчик тоже на нем, если внимательно посмотреть, видно логотип. А карабинчики здесь с двух сторон, с этой стороны тоже, видите, такие петельки. Сумочка, получается, можно ее носить как кроссбоди, можно как клатч в руках, сняв вот этот вот длинный ремешочек. Ремешок комбинированный, здесь идет цепочка, и дальше идет из натуральной кожи вот такой вот черный ремешочек. С обратной стороны на сумочке кожа полностью, донышко у нее, кстати, тоже кожаное, по периметру кожа. Вот этот вот ворс только сверху, спереди точнее, не сверху. Внутри, у этой сумочки внутри тканевая идет отделка с логотипами. С одной стороны идет вот такой вот кармашек на замочке, что-то можно ценное сюда положить. С другой стороны просто кармашек с кожаной отделкой, тоже такой небольшой, в принципе, телефон поместится сюда. Вот такая она. Застегиваются все молнии, очень классно работают, она хорошо держит форму, потому что у нее жесткий каркас. Вот. Ну и, в принципе, вот этот леопардовый принт, наверное, самый популярный в этом сезоне.